начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Я рада, что все вы собрались сейчас у телевизоров, чтобы посмотреть очередную передачу о церковно-славянском языке, священном языке нашей церкви. Но перед началом нашего урока, как всегда, помолимся. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Сегодня, друзья, мы закончили нашу молитву обращением ко Господу. Господи, благослови! Я думаю, вы помните, что оба слова в этом прошении пишутся под титлом. Господи, под буквенным титлом, который скрывает под собой, как в домике, одну из сокращенных букв, современную «С». Посмотрите. Господи. А благослови под простым титлом. Благослови. Господи, благослови. Так мы молимся перед началом каждого дела. Давайте-ка откроем наш православный молитвослов и прочтем еще одну молитву ко Господу. Господи, помилуй. Эта молитва очень-очень древняя, и она общая для всех христиан. Она такая краткая, что ее сразу запомнит даже самый младший из вас. Вы, конечно, часто слышите эту молитву в храме, но она так важна, что верующие люди обращаются с этими словами к Богу везде, где бы они ни были, часто-часто, и вслух, и про себя. В чем же сила этой молитвы? И о чем мы просим в ней Господа? «Помилуй» значит «будь милостив» и «прости». Почему мы просим Господа помиловать нас? Потому что многие наши мысли – дурные слова и нехорошие поступки, которые мы часто совершаем, оскорбляют Господа и отдаляют нас от Него. Но мы так слабы, что часто не можем бороться со своими грехами, а иногда даже и не замечаем их. Да-да, и такое бывает. Поэтому мы взываем ко Господу. Господи, помилуй. Вот какая-то важная молитва. Так что я советую вам, ребята, повнимательнее следить за своими словами и делами и почаще вспоминать эту древнюю молитву. Господи, помилуй. И Господь даст нам силы бороться с грехом. Напоминаю вам, друзья, что обращение «Господи», как и слово «Господь» по-церковно-славянски всегда пишется под титлом. Вот так. Оно указывает на то, что речь идет о Боге. Под титлом также пишутся слова «Господень», то есть «принадлежащий Господу», и «Господня», то есть «принадлежащая Господу». Например, «закон Господень», «заповедь Господня». А какие же еще старинные слова начинаются с буквы «глаголь»? Давайте посмотрим. «Глава». Это слово вам, конечно, знакомо. В современном русском языке оно может обозначать часть текста. Мы говорим, например, «глава книги». И еще может обозначать человека главного где-либо. Например, «глава семьи». А вот в церковно-славянском языке это слово употребляется прежде всего тогда, когда речь идет о голове человека или животного. То есть церковно-славянская «глава» это русская «голова». Пойдем дальше. Следующее слово – «град». Как многие из вас уже, наверное, догадываются, ему в русском языке соответствует слово «город».
А вообще они обозначают одно и то же. Только в церковнославянском языке это слово пишется через «ра», а в русском – через «уро». От слова «град» образовалось слово «ограда», а от слова «город» – «огород». Изначально слова «ограда» и «огород» имели одно и то же значение – огороженное или огражденное место, территория. И правда, в древности города были огорожены или ограждены крепостными стенами, а сейчас – забором, оградой. Огорожены огороды наших бабушек. Ребята, вы, наверное, поняли, что некоторым словам в церковнославянском языке соответствуют русские, которые отличаются тем, что корень их содержит вместо церковного «ра-ла» русское «оро» и «оло». Давайте-ка поиграем. Я назову церковнославянское слово, а вы скажете, как оно звучит по-русски. Итак, «глад». Какое русское слово ему соответствует? Помните, где в церковном «ла», там в русском «оло». Правильно, это слово «голод». Еще одно слово «глаз». Уверена, почти все вы сейчас сказали «глаз», по-русски «голос». В следующий раз, ребята, именно об этом слове «глаз» мы поговорим поподробнее. А теперь нам пора прощаться. До встречи через неделю. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Тому, кто любит Слово Божье, Господь всегда во всем поможет.